Здравствуйте, друзья! Я Вадим Прядко, и я практикующий ветеринарный врач. И сегодня вместе с моим коллегой Анатолием Петруком на примере препарата Гонолин компании Бравофарма мы поделимся своим опытом применения гонадорелизинг-гормонов в гинекологической практике. Гонадорелизинг-гормоны уже много лет используются в ветеринарии и стали неотъемлемой частью нашей повседневной практики. Еще весной 2018 года мы получили с Анатолием возможность поработать с препаратом Гонолин. Также мы поделились частью препарата, который получили со своими коллегами с других молочно-товарных ферм. Вместе за этот период мы получили определенный опыт и составили определенное мнение об эффективности препарата Гонолин при разных гинекологических заболеваниях, также использование в схемах синхронизации, в схемах перед осеменением, а также после осеменения. Немного о гонолине. В его составе содержится гонадорелиноацетат. Это синтетический аналог полипептидного гонадотропин-релизинг-гормона гипоталамуса, который вызывает повышенную секрецию гонадотропинов гипофизом, в частности фолликулостимулирующего гормона и в большей степени лютеинизирующего гормона, участвующих в развитии и овуляции фолликулов в яичниках самок животных. Давайте по порядку разберем, в каких же случаях мы применяли гонолин и какой результат получили. Первое – это синхронизация охоты. Мы и наши коллеги использовали самую распространенную и, наверное, самую популярную схему синхронизации – офсинг. Мы брали как препараты компании Бравофарма, то есть гонолин, который апробировали, а также препарат Броэстрофан, это простагландин F2-альфа, а также Динотром, тоже препарат этой компании, тоже представитель простагландинов F2-альфа. И параллельно мы использовали популярные зарубежные и отечественные препараты гонадотропины и также простагландины. В наших условиях мы получили 57% стельных коров по первому осеменению. И этот результат практически не отличался от работы аналогичных зарубежных и отечественных препаратов. Второе – это лечение фолликулярных кист яичников. Мы и наши коллеги несколько месяцев отбирали животных и обрабатывали их гонолином в дозе 2 мл внутримышечно. Параллельно с этим мы использовали классическую схему с орфагоном. Результат был похожий, но затраты усилия и денег были меньше при использовании гонолина. Третье – лечение гипофункции яичников. Для лечения гипофункции яичников мы отбирали как телок слушного периода, а также коров. Тех, которые самостоятельно не приходили в охоту. Сначала мы проводили гинекологический осмотр и во время гинекологического осмотра и ректального исследования проводили массаж яичников и матки. И если животные не приходили в охоту после массажа, тогда мы применяли им гонолин в дозе 2 мл внутримышечно и ожидали охоты. Из 20 обработанных животных 16 пришли в охоту на протяжении 5 недель после обработки. Четвертое – это стимуляция яичников в послеродовый период или ранняя индукция полового цикла у коров. С этой целью мы применяли гонолин внутримышечно в дозе 1 мл на 12-й день лактации. Коровы и первотелки, которые получили гонолин, проявляли первую охоту до 45-го дня лактации. Пятое – это персистенция фолликула и задержка овуляции у коров. С этой целью мы применяли гонолин внутримышечно в дозе 2 мл за 2 часа до осеменения, а также через 2 часа после осеменения. Вместе с гонолином использовали препарат Евицел в дозе 12 мл на животное. За 15 минут до осеменения препарат пропранолола в дозе 50 мг в мышцы. Шестое – это предупреждение ранней эмбриональной смертности. С этой целью мы применяли препарат на 9-й день после осеменения в дозе 2 мл внутримышечно. Седьмое – это применение гонолина при двух и более непродуктивных осеменениях. С этой целью применяли Броэстрофан в дозе 2 мл на 11-й день цикла и через 70 часов применяли гонолин в дозе 2 мл в мышцы. Коров осеменяли по мере прихода в охоту.
Не пришедших в охоту снова обрабатывали гонолином и ждали охоту. Как сказал по завершению апробации мой коллега и друг, а также специалист с большим, с многолетним стажем репродуктологии, у гонолина есть будущее. И мы с Анатолием тоже с этим согласны. Проведя большую многомесячную работу с гонолином, мы с Анатолием можем суммировать, что препарат гонолин по своей эффективности не уступает зарубежным и отечественным аналогам на украинском рынке, а по экономике во многих случаях и превосходит их. Но это был наш опыт, а вам предстоит получить свой собственный. Пробуйте гонолин в своей гинекологической практике и делитесь своим опытом. Удачи вам, друзья, и берегите своих животных. До свидания.